Совершая прогулку по курортному бульвару Пятигорска, редкий человек не восхитится красотой его архитектуры. Старинные здания пироговских ванн соседствуют с современными санаторными комплексами, поражающими своей грандиозностью. А каскад фонтанов гармонично вписывается в окружающие природные пейзажи. Здесь находится одно из известнейших мест Пятигорска – курортный район Провал. Эта подземная пещера образована под действием минеральных вод. Горные породы постепенно разрушались, свод пещеры рухнул, образовав воронку с гротом и озером минеральной воды внутри. Температура воды колеблется от 26 до 42 градусов по Цельсию. К озеру ведет тоннель, проложенный почти два века тому назад. Первоначально над провалом был устроен помост, откуда в специальной люльке можно было спуститься на поверхность озера. А с другой стороны курортного бульвара, на высокой скале, продуваемой всеми ветрами, расположилась каменная беседка «Эолова арфа». Основание с колоннами выполнены из пятигорского известняка, а купол – отштукатуренный дубовый каркас и листовое железо. Вверх ее венчал металлический флюгер, который имел указательную стрелку, выведенную внутрь купола, где на плафоне была изображена роза ветров. Внутри стоял струнный музыкальный инструмент, издававший мелодичные звуки при дуновении ветра. С площадки перед беседкой открывается превосходный вид на Академическую галерею, Эммануэлевский парк и исторический квартал Пятигорска. А в хорошую погоду можно увидеть двуглавый Эльбрус.